три, два. Итак, шум чуть-чуть есть, но посмотрим сейчас, как это будет звук. Если что, я, может быть, и во время трансляции убавлю. Всем добрый день. Нет, точнее, добрый вечер. Добро пожаловать на трансляцию. Трансляция есть. Звук. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Тест драйв звук. Там вроде бы как я. Все нормально, звук есть. Все. Окей, у меня вот это вот дублируется. Мне нужно кое-что. Мелкие настройки. Такс, вот. Ну что? Блин. Дискорд. Здесь все нормально. Здесь все нормально. Здесь все отлично. Вот так сделаем. Во. Окей. Подтвердить. Need for speed hit. Все, погнали. Настройки стрима, время стрима еще никто не отменял. Вечер добрый всем, кто только что присоединился или присоединится, или кто-то будет смотреть повтор. Может быть, конечно, это вряд ли. Это вообще повтор смотреть вредная штука. Лишняя трата времени. Лучше всегда быть здесь, на прямой трансляции, как говорится, здесь и сейчас. На последнем стримчике мы тут, короче, издевались, сделали, у нас что получилось? У нас получился гольф, GTI, как говорят в Америке, говорят в Германии, GTI, да, Gran Turismo, там, тыры-пыры, короче. Ну ладно, дело даже не в этом. Чуть попозже коллеги, с которыми мы играем, они подойдут, конечно же, и мы продолжим с ними вместе зарабатывать копейку, которая нужна нам, в принципе, для... всех вот этих вот тюнинговых тачек, запчастей и так далее. Я сейчас пока пару кругов хотел прокатиться пока один. Пока время есть, завтра рано на работу. Из-за этого сегодня нельзя терять больше ни минутки. День что-то пролетел очень быстро. Очень быстро пролетел день. Как у вас пролетел день. Я думаю, всех сразу... Ах, я слово нажал. Ладно. Ну, в принципе, сейчас у всех день быстро летит, становится быстрее темно на улице, и это, конечно же, еще дополнительная такая нагрузка для организма. Ну, как-то так. Что мы здесь делаем? Так, окей, окей. Окей. Окей, ссылку здесь запомнил. Так, я уже отметил коллег, которые будут присутствовать на трансляции чуть попозже. На всякий случай. Такс. 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 Я вот думаю, что мне делать? Оставить мне эту тачку или все-таки поменять в гараже на какую-то другую? Пока еще непонятно. Но надо подумать. Последний раз потом что-то прям много денег так отдали на этот автомобиль. Попробовать пройти просто несколько гонок с этим автомобилем. В студию зайти не удается мне. Спасибо. Я очень рад. Что мы сделаем? Его сейчас в пол. Такс. Звук. Да-да. Гольф звучит, как будто какой-то там 8 котловый или 6. Ну да ладно. Дело даже не в этом. Я вот что смотрю, после последнего стрима даже шортс еще даже не допилил. Ну да ладно, это мы все обязательно догоним, нагоним. Не без этого. Такс.
Выходим. Выходим. Посмотрим, что нам сейчас приготовят. Можно будет нам какую-нибудь интересную гонку поехать, прокатиться. Нет. Ну, а потом, соответственно, уже поедем. Так-с. Так-с. Постоянно. У него звук, конечно, у него просто... Ты посмотрите, монстр. Фига себе, она... Можно так было? Уи! Ничего себе. Ничего себе летит, да? Так. Неожиданно приятно. Нет, очень быстрый стал автомобиль. Реально быстрый. Без шуток сейчас. Я, в принципе... Шутки шутками. Здесь уже какие шутки могут быть? Просто какая-то мощная... А, вот что я хотел. Стоп. Так, меню. Нам как бы надо выйти на меню. Настройки. Я тут... До этого мы ездили. Я поменял кое-что. Теперь надо это вернуть. Точнее... Закисший азот. Кнопку не ту нажимаю. Так, нитро, вот. Теперь нам надо вот здесь, чтобы было это, да? Это же кнопка, подожди. Привет, Олег. Здорово. О, добавился. Подожди-ка, сейчас я включу в Дискорде. Здорово. Слышь теперь? Здорово, да. Хорошо слышно. Окей. Ну, я не знаю, позвонил, ну, Миша зайдет. Он там у него вайф было. Наверное, монтирует. Так, я тут кое-что мучаю. Гольфа чуть-чуть занизил опять. Ну, чтобы он прям к асфальту был прилипший. Гольфа занизил. Которому в последний раз мы в тюнинг отдали его, да? Сделали тюнинг на нем большой. Угу. Теперь я вот думаю, что с него получится. Ну, он, в принципе, прет, как большая машина. Да не, он прет. Как а, я же забыл, я хотел еще один шот с него кинуть. Скала же... Да, я еще с этого стрима последнего нашего шорс даже не делал, ни один. Он там что-то хотел спилить с твоим, со своей машиной как-то вместе. Говорю, вон, пожалуйста, монтировать можно. Мне делов просто других много было, я сколько всего монтировал за последнюю неделю. Я тоже много монтировал, там Underground 2 наконец-то прошли со стройкой. Да, это круто. Это круто. Блин, я сам хотел вторую скоро начать, и ты прошел его вот недавно, да? Да. На какой тачке прошел? На RX-7. Нифига себе. Мазда. Да, Мазда. Но ты на ней же не в Фигуру прошел, да? В Фигуру на ней прошел? Нет. Мы поначалу взяли 240 SX. Nissan. Да. Где можно было на нем, но... Да. Это потом, типа, новые тачки открываются, что-то хочется пройти. Да-да. Взять. Потом взяли Hyundai. Это такой купе, который... Потом взяли Celica, у нас хороша в дрифте. Да. Ну, RX-7, как бы, она лучше, потому что у нее как раз таки задние колеса гребут. Для дрифта она прям то самое. Блин, а дрифте, по... нет, в дрифте ее очень сильно там заносило, просто ее разворачивало. Ну да, ну а... Тебе с ней больше, ну, по прямой, там, если где-то поворот ее закинет, то все. Это да, но смотри, в ней удобно очень было проходить Street X. Да. В лигу, вот это URL, потому что она очень резвая и хорошо входит в поворот. Да. Вот, мы взяли эту самую Toyota Supra, вот, она самая быстрая из машин, которая, ну, в игре, в идее, она очень быстрая очень. Mm-hmm. Она вот в драге очень хороша. Да. Но на Street X, ой, блин, Street X тоже, круги и профлига, она ведет себя странно. Ее, во-первых, заносит, а во-вторых, она не такая быстрая. То есть она не реально была сложно. Угу. Ну еще потому, что у нас высокий уровень сложности игры был. Потом мы взяли Эвик, я очень хотел. Он тоже не особо быстрый, но управление у него прям очень удобно. Я увидел, что
Ну, все, он тоже очень классно себя ведет. Ну, ты говоришь 40 серий, ты это прям на серии порезал или как монтировал? Ну, 7 серий, да, да, да. Чуть-чуть обрезал там лишние места, конкретно монтаж. Угу. Да, было непросто. Мы начали еще в том году записывать, в июне. Просто... Ой, врезался. А я тут вот эти вот мелкие трамплин прохожу еще между делом, да? Краска где открытая, все, чтобы всю карту хочу прям зачистить, да? А, ну, не сложно. Я помню, мне друг так в этом NFS Moscone 2012 так сделал. А мне он что-то так достало, я вот прошел и все, и хватит. Да я думаю получится, надо просто поднапрячься, но в принципе просто что у нас как бы КО, время идет, но а так если сел в одного, я помню за часик там поехал район, весь краску собрал, там собрал, да, как бы я думаю возможно, да, вот быстренько некоторые конечно где дрифтовые, вот эти вот надо отдельно мне машину менять, чтобы пройти, да. Не просто. Да. Ну, в Underground 2 в конце концов тоже мы меняли машину. Ну, а не знаешь, мне кажется, я вот так сколько раз проходил, что Carbon, что Underground, да. Мне кажется, как бы, ну, эта серия игры, она для этого подрассчитана, что ты не можешь нифига пройти на одной машине всю игру, да. То есть рано или поздно тебе надо все равно будет менять тачку. Как бы поначалу ты можешь пройти там какую-то одну третью часть игры, но все же потом придется менять, да? Вот, ну смотри, ну я бы не сказал, например, в Underground 2 и на слонках ты можешь реально на одну машину всю игру пройти. Вот прям реально там это можно сделать. Может тебе будет что-то неудобно чуть-чуть, но это реально можно сделать. А вот в Карбоне такое нельзя. Там уже специально вот типа подняли планку, что ты. В Карбоне не, я пробовал, нифига не получится у тебя тоже. Не, не, в Карбоне нельзя, в Карбоне никак. Это я не знаю, а нет. У меня была Mazda, но это... первая, да? Ты ее можешь только до определенного момента там повысить скорость и все. Да, да. Дальше тебе надо другую машину. Тебя там дальше растопчут просто, ну, у тебя шансов нет никаких на финиш пройти. Не даже вторым, не то что первым. Это, к сожалению, факт. До Карбона так можно, а после Карбона что сказали? Не, нельзя больше. Просрите, как нельзя. Уи. Праздник сейчас в городе Бакулами называется. Типа гонки. Ежегодный такой. Клево. Да. Ну еще тепло на улице, да? Да, еще тепло. Вот похолодать должно со. Может не следующий, но после следующей недели уже есть типа 17 градусов, типа. Ну, 17-17 сейчас уже так 15-17, как бы для нас это еще тепло. У тебя-то еще как бы. Южнее. Ну у меня вот, ну 17 вот ночью, 15. Не, у нас днем столько. Все уже дело идет, ну и так у нас сентябрь был до того шикарный, 30 градусов. В сентябре было теплее, чем в августе у нас. Ничего себе. Да, в Германии было в сентябре намного круче, чем в августе. Намного. Так, трамплин, трамплин, во. Вот у меня есть один знак, я не знаю, как куда него запрыгнуть. Трамплин, не всегда вижу трамплин почему-то. Не, ну гольф, конечно, да, жестко. Уже зашел в игру или еще нет пока? Я еще подготавливаю это. Ну без проблем. Что говори, да? А, во, нашел трамплин. Ура. Тут такая похота.
Вот, говорит, а я писал до этого, сейчас просто Need for Speed, ваши ссылки поставил в этом. Я уже не пишу там какие-то номера, зачем? Тем более я игру-то прошел, можно сказать, на канале Драйвер, да? Блин, не допрыгнул. Бедный Volkswagen. Такс. Ладно, не поддается. Пытался прыгнуть и не допрыгивал что-то. Ву, хорошая дрифтовая гонка есть. Надо туда съездить. Но там мне придется автомобиль вообще поменять. Хотел раньше, если честно, включить, но что-то прям то, пока тут сидел, обрезал клипы с камеры этот Insta360, знаешь. Там надо камеру двигать внутри в софтвере. Тяжело. И пока это все наделал, потом смотрю, в одного стрим, в другого стрим зашел, там чуть-чуть, там ужин. А время-то идет уже, блин, без 10:09. Ну, ну ладно. Сейчас еще вот до 10, может. Там, так, Q, придется машину менять. Ах, BMW может дрифт? Нет, это Mercedes. Да может, но у меня не может. У меня BMW сделано на мощь, на скорость. Так, что у меня тут есть еще? Mazda еще. Mazda я вообще еще ни копейки не засунул. Mercedes. Nissan мне тоже. Skyline надо. Ну я знаешь почему и не тюнил Skyline? Потому что у меня в Payback есть точно такой же Skyline. Я как-то подумал, неинтересно. А-а-а. Машины в двух разных NFS-ах. Ага. Ну да. Вот он, там он прям полностью оттюнингован. Да, ну, тогда конечно. Это совсем другое. Если вообще бы не было еще одна. А, как меня на стриме слышно, нормально? Вроде. Его... Игру. А, там. Ну, так, соло. Соло. Пока соло играем. Потом возьмем не соло, а МГ. Погнали. Ну, Мерседес у меня он сделан для дрифта. Прям такой. Так, полетели. Вьюшечка готова, сейчас я сохраняю. Атака! Ну, мощная, мощная. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, сегодня анчата записывали. Утерянное наследие, которое дополнение. Что-то честно покупает. Побольше не таких нет. Ты мне там сериал целый сделаешь, да? Тут. Не, Мерси, я не зря слушаю, что я сделал под дрифт прям, да? Такой корч получился. Сколько я в него денег засунул. Она прям, мне нравится, что видишь тут. Не надо сильно напрягаться, то есть чуть-чуть перегазовал, не в ту сторону, раз, два, три, и она идет блоком прям, как и должна идти, да? Еще и мощности много, этот 6.3 у него получается, мотор уже в оригинале, стоковый там. Такс. Да, драйвер лайф, сейчас там стрим идет как раз таки уже. Ваши обои есть там? Ну, надеюсь, Миша сегодня успеет еще. Он там выложил ролик, я где-то... Кого? Графика хорошая на стриме, у тебя прям по кайфу. А, меня что-то не очень здесь показывает. Но если ты, тебе хорошо видно, то уже хорошо. Ну, это 60 кадров в секунду, да?
1080-60. Да-да, нормально. Он и компьютер нормально тянет, и этот... Не, мне, если я ставлю 60 кадров в секунду, мне надо делать 720. Меня 1080 уже не выводит. Ага. Ну, из-за того, что битрейта нет у тебя. Ну да. Тут надо битрейт, чтобы был 9000 примерно, да? Тогда он вытягивает на 1080. Да, если... Не, если вообще ставлю 9000 и 60 кадров, у меня уже кило. Ого. Ну, мне просто стоило 20 кадров. Да. Ну, у меня сейчас... Да не знаю, сколько у меня скорость там дома сейчас. 100 тысяч или 70 тысяч, 100, не знаю. Она так прыгает тоже иногда. Хватает. Хотя уже новые все эти... Новые подходы у других там уже скорость намного больше, но как бы... Мне этого хватает, как бы, да, знаешь, есть стекло в окно сейчас тянут, да? А там... Там миллион скорости у тебя, миллион, прикинь же. Ну не миллион, а тут тысяча. Не, ну это мегабиты есть, этот миллион вот эти, да? 2,5 гигабит. Да, ну у кого-то полтора, у кого-то лям идет там по-разному. Но у меня, допустим, у меня, видишь, 100 тысяч только, а вот их миллион получается, да? Вот. А, ну да. Вообще, ну как он, мегабит получается идет. Тут 2,5. Да-да. У меня первый интернет... Первая сеть была у меня в интернете, 6 тысяч у меня было раньше, 20 лет назад примерно, 18. Потому что первый мой тариф был 6 тысяч скорость, потом 16, 16 долго было, очень долго. Потом 50, сейчас вот 100, сейчас 100 или 200, я не знаю уже, там тариф наверное 200. Ну смотри, у меня по тарифу 100, но у меня идет вот это скачивание 60, а отдача 20. Ну, upload, да. Вот, я выше 7 битрейта ставить не могу, я проверял. Нет, делают так, как есть уже, ну, как тянет. У меня поначалу неправильно просто было настроено с этим ключом на стрим, я это потом только узнал, мне вот подсказали добрые люди. То, что как ты ключ настраиваешь на ютубе, такое качество потом как бы, ну и... Пожалуйста, тебе, да? Опа, на 10. Я так думаю, стримить будет столько, а записывать без звука, потому что... Да. Столько флакот. Не, вебка так бы, ну, на таких играх как бы, ну... Такая вебка, знаешь... Не, ну я имею в виду анчарты, там, прочие игры, мне же надо по отдельно записывать. Да. Вебка, отдельно микрофон, отдельно все. А, прям так отдельно? Больше. Да, это прям больше работы. Конечно. Плюс, ты что, тебе потом звук накладывать, это уже, фу-ху. Да. Если у тебя подходящей программы нет, которая поймает, синхронизирует звук, и то это, у меня такая функция сейчас уже на данный момент как бы есть, она очень неточная. Ну, я все равно еще подгоняю как бы по мануалу, да. Когда вот я раньше записывал отдельно звук, на когда ездил на камеру, это тяжело. Не, ну просто вот сейчас как бы, да, каждое видео, которое я записываю, пишу звук отдельно, потому что... Серега, здорово! У меня, типа, звук отстает. На полсекунды, там, на сколько... Звук отстает? Да, или... Ну, я не знаю точно, или мой отстает, или я обгоняю на полсекунды, ну, короче, это... Вот, и поэтому я пишу дорожку отдельно, чтобы можно было обработать, там, жить нормально. Серега, и тебе привет. Серега, шалом, да. Сервус. Мойн, у вас там на север, говорят. Тие геймс, Серега. Серега, как здоровье? Сейчас что там погода, блин, такая переменчивая. У нас вот давление низкое, много у кого там головные боли. Много кто жалуется, прям, я не знаю. Ну, кто еще себе, конечно. Ты так головные боли, тут еще и давление, да? Низкое, высокое обычно, а тут вот у родственников низкое прям, да? Там сил никаких нету. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так хорошо шел, раз забор. Но ничего. Уи! Полетел. Кто-то прыжок.
Опять забор. Еще забор. У нас тут говорят... Питин, так, я пока не очень хорошо себя чувствую, но боюсь, да... Бьюсь до последнего, правильно? Не сдавайся. Все нормально будет. Прорвемся, братан. Да, у вас там Гундах, вот там и север, там Мойн, у кого так, у кого Гундах, у кого еще что-то. Да, у тебя же там ближе к Голландии, у тебя там вообще, ну да. Германия, блин, во всех уголках по-разному здороваются, прощаются. Ну тут Словения, кстати, тоже есть такая. Че там стоит? А, не, это нет. Такое нет, Серега, это не катит никак. А в Италии тоже такая штука, не? Север и юг Италии. Разница есть, когда здороваться или там прощаться? В Италии вообще кучу диалектов. Тоже, да? Но я в Германии это я не знал, и потом, когда уже приехали сюда, начал жить, такой, нифига себе тут. Тут, когда путешествуешь по Германии, потом уже понимаешь, что со временем, чем чаще ездишь, тем понимаешь, где ты находишься, на западе, на востоке, на севере, на юге. Прям дичь полная. А, ну у вас там по кругу надо колесить, а в Италии просто вверх-вниз. Ну да, вверх-вниз этот, пока сапог ведь объедешь, блин. Большая, слушай, большой сапог. Нет, большой сапог, да. Блин, на поезде от меня только до Рима, это центр Италии, 10 часов. 10 часов? Да, 10 часов. Бляха-муха. А если хочешь до самого низа, больше суток. Дела. Да хрена, сейчас я на финише. У Серега что там? О, Чиканок Стар Супер. Здорово, здорово. Вечер добрый, да. Драйвер. Здорово, Серега, привет, да. Блин, там что-то дети орут. Что случилось там опять? Давай, 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 давай. Блин, финиш. 96%. О, я фу, набрал пункты. 200 тысяч надо, 225 на дрифте набираем. Нормально. Пойдет. Пойдет. Блин, что я черный экран сделал? У меня чеканок в Need for Speed, видишь там. Очки солнечные, как у пилота. Илюха, Сережа. Тут Бархатов, Илюха, короче, заходил к Бархатову пару дней, тут он, короче... В честь того, что у него там 400 подписчиков, рад был, отмечал, да отмечался, так там стрим у него долго был, он и тебя вспоминал, и меня вспоминал, я зашел, и думаю, что мне кается, блин, а меня Бархатов вспоминает, и давай, короче, это самое, если бы не мы, если бы не выиграл, все нормально, все хорошо. Да, Серега, вон, кстати, Илюха напоминает. Я об этом тоже уже слышал. Кооп там вы собрались, какой-то дед... Спайс, дед Спайс. Спайси. Острый дед будет. Короче. Че, ты заходишь онлайн? Как тебе там? Чего, как, почему? Давай, когда? Я захожу, да. Давай, заходи. Я из гаража выезжаю. Блин. День. А я сейчас еще одну эту миссию пройду. А я, наверное, не... Это самое. Нет, я соло играю сейчас. Сейчас я. Может, я с кем-то прокачусь? О, давай. Да, начни без проблем. Заработать чуть копейку на этот. Ага. Сейчас я это. Мне надо тут одну гонку сделать, я прям вижу. Она прям напрашивается. Дрифт такой. Может, меня кто-то и пригласит. Да, конечно. Все, надо мощные тачки сразу же. Давай. А, блин. Что там машины все так медленно стали ехать? Хотя бы это... У меня тачка внедорожник. Ай, блин, я даже пунктов не добрал. Лошар. Давай куда? Все большие... Сменить детали также можно? Да, Бархатов, ты как раз у него на стриме был, я ехал на встречу, она очень важна, и YouTube включая, Бархатов сидел, короче, 400 подписчиков, и этот,
Говорит, вот Илюха, я говорю, так ты Илюху, говорю, поздравь, что ты меня поздравил, он типа, давай мне благодарить, я говорю, Илюху благодарить, это Чиконога, ну хотя я познакомил его со всеми, как бы Илюху благодарил, он говорит, нет, вы все, типа, я Илюху благодарил, теперь тебя, короче, ну, ну нормально, молодец, как бы он, что-то там игрушка была, я говорю, этот, похожий на Tekken, как она там, Наруто, ну, короче, он там дрался, такие бои. Это похоже на Tekken. Да, но там у него такой, знаешь, был, короче, как Street Fighter игра, типа с Наруто, только что-то связанное. Я такой, нифига прикольное, но... Что-то такое. Торрент качать. Ух ты, ничего себе, Гольфа сделал на... 391. О, ну это мощно, у меня 354.2. Что-то такое. Сейчас будет самая быстрая тачка на районе, наверное. Успокойся, блин, за гольфами с такими. Так, мне надо что? Мне надо выйти. Я думал, Макларен надо что-то покупать, да, копить. У меня гольфа. Нет, зачем? Макларен, да много денег. Много денег. Если бы тебе подарили, где-нибудь ты пройдешь миссию, и тебе дадут эту игрушку, как бы, ну, проблем нет. Я всех пригласил. Сейчас я зайду. А кстати, вот интересно, сейчас я смогу взять приглашение, или мне придется опять с игры выходить? Блин. Да мне. Последний раз вообще было. Если ты у меня в лобби, то да? Ты у меня в лобби? Я захожу онлайн, подожди. Так. Как смотреть, кто онлайн? Меня всегда... Я Серега вот присылал уже, да? Мне кажется, я Илюхе тоже отправлял этот видос, где Xbox и PlayStation 5. Прикол этот. Ну реально, что-то игр маловато, я тоже удивился. Вот я думал, все вот эти очки VR, да, но, блин, ну так мало игр, а что мне эти очки? Я так мало в консоли играю, блин. Я вон себе этот ретро-стик вон запустил, телевизор, на телевизор ретро-стик подсоединил, там 15 тысяч старых игр. Дети довольные, никакой PlayStation 5 никому не надо. Так что, ага. Кому что. Так, мне ПК хватает с падом. Да ПК на компьютер игр вон, как у меня PlayStation 3 подсоединя через карту захвата, плюс еще сам компьютер, да? И тут мне игр хватит. Захвата есть? Ну да. Красавец. Захватываем. Что, тебе тоже дать? Это у меня еще одна есть. Ладно, я спать. Устал? Кто ну спать? Ладно, Серега спать собрался. Да я понял, все, Серег, давай удачи, всего хорошего. Да, держись, крепись, все будет Хорошо. Нормально. Фига себе, это кто пролетел сейчас, ты что ли? Не. Не-не-не, мы в разных лобби. Жестко так через гараж пролетел, думаю, этот... А что делать-то? Как мне быть? Ой, подожди. Мне неудобно и поворачивать стало. Партия, зайдем в партию. Я попробую к тебе подсоединиться, давай. Пока нет медведя. Сейчас медведь. А у меня здесь полная, все 16. Сейчас узнаем. Да, полная. О, сейчас можешь. А, не можешь. Куда? Ну, ничего, я думал, кто-то другой вышел. Ну, выпни кого-нибудь. Я пытаюсь зайти. Так. Ты не можешь. Ну вот, началось. Да что ты? Еще раз? Нет. Ой, ладно, короче. Полная сессия. Я буду здесь. Ой, там за кем-то меты гоняются, не по-детски. Ёп. С вертолетом прям. Это, наверное, Миша, не? Не Миша, его звать S Ghost 7390. Да, Миша еще. Во, нашел. А я взял 40 M3, взял GTR. M3 BMW, это прям. Блин, ну она до того у меня мощно стала, и управлять невозможно прям. Тяжело стало управлять. Но мотор, что мощный, поменял, прям на руку. Прям вау. Воу. Направо. Забор не снял, стол не снял. Нет, там реально вон вертолет летит. Главное, не за мной. Ничего себе, блин.
Сфотало даже. Так, кто не знает, что можно в гараж не ездить, а уже можно кинуть вне гаража. Блин, так, ладно. Что-то я, блин, надо ехать на север. На севере вон еще гонки у меня есть. Есть что-нибудь новенькое там? Блин, вот карта там за линией была бы тоже открытая, да? Это вообще была бомба. Ралли. Так, чё у меня тут, а... Какой у нас стал? 355, норм. Так, ну давай я со всеми пройдусь еще раз. Куда едешь? Ого, четверо ко мне подключились. Это эти ребята, значит. Блин. Да. Красивая тачка. Чисто там дождик. О, сейчас можешь ко мне. Кто-то да. Вышел. Давай. Подожди. Ага, я тут в карте, короче. Так, четко. Лобби. Чё, можно еще? По идее, можно, да. Блин, нет! Подожди, подожди, подожди. Вот. Можно, можно? Да. Можно. Наверное, да. Блин, ну и красивая же эта машина. Какая именно? О, все, ты со мной теперь. А кто у меня? Желтая. Я в гонке только. В кольцевой проеду ее. Потом встретимся минут через две. А че у него номер 41878? Не знаю. Это за номер такой. Я не в курсе. О, М3 GTR, это ты что ли? Да, но я еще не могу зайти, у меня еще меню тут светится почему-то. А, окей. Просто продукты уже в гонке. У меня бэха, да. Просто тоже на бэхе один. В день, да, зашел? Из Most Wanted, да. Бакум какой-то. Блин, так долго что-то в последнее время заходит. Ничего себе, они все уехали, мощные ребята. О, бэха еще не врулил. Слишком мощный, наверное. Блин, наконец-то я на машине, на которой игра начиналась. Она поворачивает, норм. А нет, он первый, Bacon Sandwich. Нормальный ник, да? Угу. Bacon Sandwich UT, YouTube, наверное. Слушай, не, поворачивает машинка, удобно. Удобно. Буду на ней ездить. Так, хорошее главное, управление. Что тебе удобно. Да-да-да. Не, я понял реальный лайфхак, на вот на кольце можно тестить тачки. Ты имеешь в виду этот стадион, который круглый там этот? Да, это стадион. Ты там сейчас находишься? Да, я там. Короче, я туда еду, ладно. Я-то рядом. Давай. Там мы можем гонку с ними резануться, чё. Да, давай. Palm City Raceway, да. Сейчас мы доедем. Уии, фига себе. Ой, ёп. Ваш. Ты на финише стоишь уже там? Нет, еще круг проехал. Владимир стоит какой-то здесь. 117. Это скорее всего, не Санчик. Ладно, я все-таки третий еду. А ты уже начал с ними гонку? Ты начал с ними гонку? Жутко шустрых. Так, все, я доехал. Не очень быстрый кар, но блин, он удобный. Ну, у тебя там так камера этот обрезает. Так, сети так. Трансляции? Да, я зашел с телефона сейчас. Тоже нормальное качество, что ты? А, ну у тебя не только у тебя не 60 кадров, а так-то нормально.
Да, да, да. Я просто говорю, когда не 60 кадров, когда ты быстро едешь, именно динамичная вот эта фигня, да, тогда начинает пикселить. У меня такое было. Да, Bacon Sandwich, YouTube. А у него, смотри, стоит логотип, видал? Да. Плойка стоит, что не с PlayStation играет. Вот, приехали. Раз, три чувака приехали. Young, 11. Да у них, видишь, у нас с компьютером мы играем такой, там компьютер нарисован, монитор, ящик, да, а там да, PlayStation да, стоит знак, то есть получается, да. А, вон ты приехал, нифига да, у тебя, а, ну у тебя Polestar, ну, ну да, все, да, это же самое, как оно называется, это же электронное, по идее, это электрокар, так, ну, ладно, говорил, да. Короче, стартуешь ты тогда или что, подъезжай на этот, на игру, да, могу. Пригласи нас тогда, что раз, ну вот этого, смотри, это же Ferrari F40, блин, а? А у этого, у Bacon Sandwich, как у меня прям этот M3. Да, я же тебе говорил, я сначала не подумал, что это ты был. Ну да, я, нет, у него какие-то, может быть что-то разное. Да нет, подожди, да нет, такая же самая раскраска. Это получается Original. Ну что, начинаешь? Во, C. Атака по коням. Ой, я случайно это вышел. Подожди. Куда? А я гонку отменил просто. А, ну начинай заново. На кружок нажал. Не, ну у тебя явно бензиновый мотор стоит. Ага. Че, все, поехали. Ты сколько человек пригласил? О, все 8? Все. Ну, 5 здесь. Driver YouTube here. Блин, Миша сейчас там на роуснул уже. Серега спать. Олегович, как твои дела? Так себе, Илюх. А что ты заново опять начал или еще? Ты уже третий раз меня приглашаешь. Так себе. Ну сегодня вот сегодня поработал, но непонятно. А ты что не принимаешь или ты принял? Принял, я почему-то в меню зашел, не знаю. А, сорян, не-не-не, вот. Resort Strike, да? Resort. Сейчас посмотрим. 8 секунд, 7, 6, да. 5. Отлично. Что у меня написано 2 из 4? Да, было, а там было 5 человек, кто-то вышел, скорее всего, я не знаю. Завтра на работу, короче. Завтра. Да, не, ну у меня неделю, по идее, отпуск был. А сегодня я уже был на подработке в воскресенье. Как бы на второй работе. На грузовике сегодня ездил. А завтра уже на завод. Вперед. А, вот он, Саня, Саня, вот он. В пятницу только у него были, он там. Здорово, здорово, Александр. Так, ну вы что? Газ в палас, давай тебе гони, ну у тебя видишь, электромашину сделали с бензиновым мотором, это уже, блин, уморы полные. Вот так вот вам, закиши азот, блин, ух. Ты что делаешь? Он меня... Нифига там вам полетели запчасти забора, ладно. Все, летим, летим на финиш, давай, 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 пошел. Бархатов, отдай штаны, джинсы верни. Ничего человеку, себе. Ё-моё. Он чекан сидит до сих пор еще в панталонах, стримы проводит. У него штанов нет на улице выйти. Блин, финиш, финиш, финиш. А, то 4 круга даже. Точно. Ага. Блин, ну. Чисти тебя гонит. Там какой-то. Он тебя вписывается в повороте. Да, вот чувак, обогнал его. Тебя не догнать. Так у меня мотор там, блин, я же мотор два поменял уже, у меня-то не оригинальный мотор. Привет, я сейчас этот, сорян, я сюда. Мне нужно сперва этот, на финиш приехать, я прочитаю чат, ремет, тут скорость такая, нельзя отвлекаться. 300 км в час, ничего себе. Вот это жестко. Ну ты, в принципе, тоже вон, 200 метров от меня едешь, нормально, сейчас догонишь. Че, мне как Миша притормозить чуть-чуть возле финиша? Я обгоню. Не-не, 200 метров у тебя стабильно. Я по прямой ухожу. Как только поворот, если я что-нибудь еще закосячить вот здесь, что-нибудь задел, тогда не очень. Да, но у меня еще 350 очков машина.
если я чуть-чуть ну, ты повысишь. У меня здесь... Не, у меня побольше. У меня 300... Да дело же не, очень... не, этих... не в этих пунктах дело, а сколько у тебя там... Зайди в статистику лошадей всего. Вот это мотор. Дай ключ. Какой еще ключ? Нет ключей никаких. У меня ключей нет. Я сам сижу тут, как говорится. Ключ. А, подожди, подожди. О, о, чат там. Я все выходные в коматозе, а. Короче. Все, хорошего стрима. Спасибо, Александр. А, да, малюх, со всеми ширинками. Да, он сказал, на машине к тебе приедет, мясо там пожарить и нормально все будет. О, я что-то выбрал меня. Блин, я на X нажал, меня в гонку кинуло. Куда? Выходи. Кирилл, знаю, Кирилл Иванов, привет. Здравствуй, Кирилл, дай ключ. Не ругайся, ругаться запрещено. Кирилл Иванов, сразу. Молодец. Как выходные пролетели? Кирилл Иванов, мы не знакомы, но будем знакомы. Такс, он дорогу знает. Ну что? Фига он там буксует, чел. Иди в баню, не буксуй. Ну я тебя жду. Тут все NPC, тогда ладно, я. Че, я тогда, я тебя позову? Подожди, я выхожу из этой. Выходи, я тебе. Подожди, дай в гараж заеду. Ну заезжай, ладно. Пять минут. Кстати, насчет гаража. Сколько у меня здесь мощности, я даже не знаю. Я тебе еще даже помочь не могу. Как это узнать? Я сколько мощности посмотрю. Тюнинг, тюнинг. Не, у меня стоит. А это надо другую машину выбрать, а потом. У меня только стоит здесь, что это. Сколько скорость? 370 моя может ехать. Я сейчас не могу. Олег, где секира? Олег, секира. Олег, секира еще не купил. Я жду, когда мне сделают скидку. Александр, секира, я же тебе написал в чате, это была не шутка. И, короче, когда мне скидку даст Steam, потому что я игры покупаю, да, и, соответственно, скидку я жду, я уже его поставил себе там, типа, в желаемые игры хотел бы купить, ну, как бы да, но у меня на правой руке татуировка секира. Так, смотри, я тебе скажу. У меня, допустим, M5, там 1074 силы, V12 мотор стоит. Хрена себе, ты меня догнать не можешь? Или сейчас такой стоит? Нет. Это будет интересно, меня... я тебе обещаю, это будет интересно. Я еще, я через пару недель возьму пару дней именно для того, чтобы здесь добить Resident 8, хотя я его еще только начал добивать, то есть это тоже будет интересно. Я уже целый год до этой игры добраться не могу, я год назад включал ее, уже, наверное, полтора. Реально времени нету. Извиняюсь, пожалуйста. На какую скидку рассчитываешь? Что мне Steam скидку сделать? Он мне скидку сделал, блин, на GTA. Я не хочу GTA покупать. У меня GTA есть на PlayStation 3. Идите вон в козев. Как это самое? Бабушка говорила, козев это самое, между ног. Нет, он, короче, вот почему-то я игры ставлю, которые, ну, как бы желаемые игры в Steam, чтобы галочку ставишь, там 2-3 недели проходит, скидка приходит именно на те игры, которые я как бы сейчас... Ну, не собираюсь покупать. Ну, они есть там в корзинке, но нет. Ой, а вот... Однако, не знал. А вот на кто... Ну, ты специально, ты, короче, в Steam, если у тебя Steam аккаунт есть, ставишь корзинку, на, там у нас написано по-немецки, там, вунш, типа, желаемые игры по-русски, как-то что-то такое переводил. И Резик и Секира, да-да-да, Резик 8 я еще не прошел. Я это уже 30 раз говорил, я его еще буду здесь добивать, не переживайте. У меня еще есть Resident Evil, вот этот реверс, вот этот после 8-го, тоже он у меня есть. Но дело в том, что времени у драйвера нет, короче, а теперь получается, теперь у меня, знаешь... Я пару видосов смонтировал наперед чуть-чуть. И, короче, тут ради принципа, то есть сделаем так, что надо будет 8-го прям добить, перебить и так далее, и тому подобное, да. И мы это все сделаем. Такие вот дела. Будем, короче, там резидента убивать. Я, блин, я уже забыл, как там что идти. А там вот эти вот головоломки. Игра эта такая, да? Что не работает? Я не могу. А чё мне мудрку дать не могу? Алло. Хрена непонятно.
Ни хрена непонятно, но очень интересно. Стрим мне вообще идет? Что-то я не понял юмора. Алло. Почему я не могу модруку дать никому? Да, я Секиру. Блин, как игра у меня будет? Я не могу никому модератора дать. Я не знаю почему. Меня, по ходу дела, YouTube забанил. Ничего себе. Насколько тебя хватит? Ну, я короче, делаю, нажимаю на точки справа, хотел вот дать модератора, а у меня типа нет. Ну, там серая кнопка, я не могу прожать. Насколько меня хватит? Ты имеешь в виду, насколько нервная система хватит мне секиру играть? Да хрен знает. Я вот сейчас пытался, у меня чекан спрашивает админку. Какую админку? Тут делают они в админке. Модератором, я что, модруку, типа, модератором быть. Но я не могу, я не знаю, вот я нажимаю, три точки. Модератор, добавить, запомнить. Ни хера не нажимается. Даже я уже сейчас материться начну на YouTube. Так. Дожили, так, короче, так. Ладно. В следующий раз попробуем. Может, у меня уже, может, на последнем стриме у меня было... Чё забей? Ну, дело не в забей, я тебе говорю, я нажимаю, я даже вон, пытаюсь вон, пофигу, я любое имя в чате беру, не работает. Последний раз на стриме я дал 3 или 4 модерки, наверное, за один стрим. Вот они мне сказали, короче, давай. Попробую у тебя забрать, спорим, получится. Чего? Мне ёжик еле сегодня тоже сделал. Меня ёжик еле сегодня тоже сделал. Ёжик? С ёжиком играл? Ёжик, это же этого, который у Базуки, да, ёжик? Этот ёжик? Или нет? Базукин ёжик? Я не знаю, что за хрень такая происходит. Я нажимаю. А, с телефона. А ну-ка, если с телефона. Так, это элитки, это хорошо, наверное. Ну, с телефона пошло. Но сейчас забью, я видел все. Стирать сообщение не обязательно. Так, что я хотел? Что я хотел? Нет, мне надо в настройках пошариться, поскольку этот канал, он еще свежий. Канал драйвер-то, он там все уже все подточено, все четко. Здесь я, блин, все еще в планах настройки. Что ты будешь делать? Ну что, ты мне приглашаешь или что? Так, сервер, у меня стоит сервер, короче, чего? Сервер выключился, который мне приглашали, теперь мне нужно зайти в гараж. О-о-о, здрасте, приехали. Ой, сейчас тоже выйдет. Так ты чё, сервер выключил или чего ты сделал? Как его выключил? Мне тот тоже написал, что скоро выйдет, так что надо в менюшку уйти. Короче, что мне теперь делать? Так, подожди, партия. Лобби. Стой, я не могу, типа, получается, сервер закрылся, что ли? Фу ты, ё-моё. А, мне нужно зайти в гараж? Фу ты, подожди. Гараж. Давай. Алло, гараж. Алло, алло. Мне нужно выехать отсюда. О, нашел выезд. Сейчас мне написали вот здесь, сервер сейчас закрывается. Зайди в гараж и сохранить свои эти прохождения, да? Ой-ой-ой. Фига я врезался. Я в лобби вышел. В лобби назад и все, это хватит, думаешь? Ну да. Окей. Посмотрим. Ну, в лобби и... Я лайк еле-еле поставил. Лайк ставь два раза. Я всегда чекану ставлю два раза лайк. Он это знает. Два раза прижимаешь, и он... Лучше три. Он подтверждается. Три не обязательно. Если не заслужил, лучше два. Каждый раз получается, жмешь. Олег не даст соврать. Да, конечно, не дам соврать. Это я же все тестировал. Когда два раза прожимаешь лайк, особенно одному тому же человеку, потом выходишь с его стрима, заходишь опять на стрим, прожимаешь еще два раза. А мне модерка не нужна. Да, вот у меня, когда на канал драйвера не придет кто-нибудь в гости, они боятся зайти в чат, потому что весь чат синий. Но... Что поделаешь? Иногда как бы нужны, иногда, знаешь, ну, как есть.
Ух, он поехал. Так, что, пригласишь? Ничего себе. Блин, ну где наш медведь-то, ё-моё? Он что там, пиво, пиво сегодня выпил нормально? О, Миша, ты меня слышишь? Гонки? Миша такой говорит, слышу, слышу. А. Так, это делалось. Драйвер. Когда-то были боты в чате. Кстати, насчет ботов в чате, товарищи мои, друзья, с которыми уже не один месяц, не один год на Ютубе, бота в чате уже не видел я больше года. Теперь мы видим одни и те же никнеймы. Раньше боты были, приглашали нам посмотреть картинки красивые, видосики, знакомились с нами, были 18+ знакомства. А, не, не надо ему набирать, он у нас в этом, в Дискорде здесь такая, это, компашка. Он как бы, если он увидит сразу, он там просто стоит, что он это видос обрабатывал в Мавави, он из-за этого как бы не может. Вот, видишь, Бархатов, ты вот так заигрался в этот соус игры, этот соус кетчуп, я тебе писал, помнишь пятницу, соус кетчуп, я забыл, как называется, блин. Короче, Ведьмак или как он там, не Ведьмак, а другой что-то тебе там было, что даже не заметил. Что нет ботов. Я заметил, но... Souls. У меня много стримов в последнее время и не было, как бы... А раньше я помню, вот когда только начинали, блин. Я даже один раз я поставил этот самый... На месяца два, наверное, у меня была там такая памятка, что могут заходить только кто подписан на канал. Но потом я это убрал, как бы, потому что тоже там некоторые... Это не, ну, не, о, что писать в чат, это вообще... Статистика Ютуба простая вся. У тебя все равно твои 80-85% просмотров твоих, они идут от людей, которые вообще на тебя не подписаны. Так что подписки — это все такое дело, как с лайками, знаете, абстрактное. Если кому-то нравятся лайки, ну, пожалуйста, можем налайкать, он два раза прожмем за стрим без проблем. Если кого-то не устраивает, ну, без проблем. Согласен. Это лайки, такое все дело. Они как бы есть, хорошо, но мне от них зарплату больше не добавят. Вот когда вот на стриме сидят, вот общаются, здесь нормально сидим, поговорили, потому что начнется завтра, послезавтра рабочая неделя, потом некогда будет сидеть здесь, короче, и все. Ой, слушай, ламба нормальная. Да хэштеги надо будет, да? Хэштеги. Вот, репосты на канал, репосты друг другу делать, на трансляции там находиться определенное какое-то время, если время есть, много, то есть, ну, это ваше личное время, да, тут, как бы, твой прожитый день, это каждый сам должен решать, где ему и когда находиться, на какой трансляции, это во-первых, во-вторых, репосты, да, может быть, через репост какой-то вот так вот и заходим, не раз так заходил через репост, на другие каналы, это, конечно, помогает. Компотик, шашлычок, джинсы, Илье. Да, вот, приедешь, и будет все нормально. Так, ну что, Тимур, там, ты где? Ты чего? Ты как? Я тебя не вижу. Я в Вену, мне тебя не пригласить, лобби полное. Опять 25. Вот. Ага. Что делать будем? Кого выпнем с твоего лобби? Давай мы пинка дадим. Как на физкультуре, говорит, давайте, говорит, ему зарядим ему пинка щедрого. Короче, а вон у кого-то, о, у тебя кто-то вышел. Кто-то вышел? Я надеюсь, это у тебя в лобби вышли, давай я попробую. Это ты не смог войти. Нет, там кто-то вышел. Я еще раз пробую. Буду стучаться. Попробуй. Вообще, я тебя позову сейчас. А. Давай, выкинь кого-нибудь, зайди к себе в лобби, выкинь кого-нибудь, дай ему в лоб. Лобби. Я хотел, не даёт. Ну вообще, блин, пиццу ему на голову намажь. Так, ладно. Короче, Маргарита, пицца Маргарита, говорит, да? Мама мия пиццерия. Мне даже трёхлетний мой сынок уже знает это. Так. Мама мия пиццерия? Да, да. Мама мия, я его научил говорить. А что, мы в Италию в отпуск поедем, чтобы он уже был готов? К будням. Слушай, наблюдаю, что становится традиция стриминг ко мне в гости приезжать. Их меня скрутило. Сейчас могу проехать. Вот поехал бы к стримеру, да. Поехал бы к мэру Пензе. Ё-моё. Заодно бы штаны бы назад получил. Как бы в Пензу съездить. Чё, на поезд сел? РЖД, как говорится, да?
железные дороги. Мне, блин, с Москвы до Родины на РЖД 2 дня было когда-то. Прям 2 дня на поезде, это прям нормально. Едешь и едешь, думаешь, когда же доедешь уже? Потом хоп, и Казанский вокзал. Такс, а где здесь можно прыгнуть? Хрен знает. Только не раскрывай все карты, Илюха. Когда доберешься к стримеру, тогда уже и покажешь. Сейчас не говори, кому хотел поехать или смог бы поехать. Вот когда получится, что мы потом увидели. Оставляй в этом месте такую интригу. Пускай будет интрига такая вот. Так, как бы мне перепрыгнуть? Да хрень. Блин, тормози, алло. Алло, бляха-муха. Здесь трамплина нету нигде? А, есть. Бревна здесь есть, а не трамплин. И забор. Ёп, тарасата. А я сяду в кабриолет. Как там это пиво? Любовь Успенская. А в твоем лобби сколько человек, может, я смогу к тебе? Пробуй. Я-то вообще сижу тут сам по себе кот. Усы, лапы, хвост. На нафиг. Я сбиваю вот этот плакат, получаю бабки. И еду в реку. Еду в реку. Интересно. Вот, короче, кто-то у меня там в игру вышел. Ну-ка, заходи. Ух, перелетел аж, ни хрена. Подожди. С, я тебя приглашаю. Получил приглашение? Ой, я отсюда не приму, мне в лобби надо. Да господи, что такое-то? Ну-ка, я к тебе попробую. А, я в лобби ухожу. Короче. А я ничего даже не, уже даже загадывать не хочу, все это мохнатое место. Ну как идет, так идет. Что тут загадывать? Тут, к сожалению, сейчас подожди, опять начнут все чихать и кашлять, болеть, потом вот это вот зи. Давай пробую. О, наконец-то, ну наконец-то. Сейчас у меня загрузка идет. Заезжаю, ну да, я видел, теперь написано было. Такс. Я вот сам кажется, тут. Миш все не зайдет. Не, ничего страшного. Зайдет. Да. Я ему рекламу делаю. Ты ему также сделай в названии стрима, ставь ссылку его и все. Все. Я поставил. Миша сегодня на стриме не будет, а мы ему рекламу делаем сразу с 2 каналов. Видишь какие? Бесплатно. Конечно, бесплатно. Потому что от души это реклама, а не вот это вот за бабки, не по расчету. Просто потому что мы могем. Мы можем. Так, что тебе приглашать можно уже в игру? Я нашел клевую игрушку. Да. Ну-ка попробуем. Я на ламбе останусь, мне по кайфу. Потом успею. Видишь приглашение? Лучик света. А, подожди, мне из гаража надо выйти. Та ёп. День, ночь. Вообще-то я день. Окей, отлично. Че, если успею. Да я сейчас вышел уже, я жду тебя, давай. Да, что ты сигналишь там? Сигнал какой-то чел. Да это не ты, там какой-то. Можно. Лучик света гонка называется. Сейчас мне надо заново стартану. Новые гонки написано. Есть. Почему я не могу заново начать? Сейчас, подожди. Пойду. Да, Джаст. Ты Джаста здесь ссылку оставь в чате. Здесь. Прям здесь. Да, вот, короче, приглашение. Здесь Джаста ссылку оставь на его стрим. А я ее в закреп залеплю. Давай. Это было бы неплохо. Потому что я когда уже начал стрим, потом я такой увидел, что у него тоже идет стрим. Я до этого сидел тут чуть-чуть. Света, Раджу Ди Луча. Да, а у тебя... У меня называется Лихтштраль. Прикольно. Луч света такой. Ах, блин. По-английски как было бы? Light stripes. Такое. Light stripes. Stripes это эти полоски. Стрел. Ну это и есть. Штраль это тот же самое будет. Light stripe, что-нибудь такое в этом роде что-то будет. Trail, trail. Stripe это... Полоски. Джаст, наверное, опять с Леной играет. Вот это хорошо. Блин, что-то я... Ах! Атака.
Я последний. Ладно, я сейчас вас догоню, наверное. И закис сейчас до 4. Ну ладно, тут 3 круга. Ладно, один круг комфоры. Ну чувак, первый ушел уже от меня далеко. О, я его сейчас догоню, может. Не, я не зря мотор поменял на бэхе, я тебе скажу честно. Едет она прям теперь, как положено. Такой у нее звук, знаешь, как вот есть ДТМ гонки. ДТМ, Deutsche Touring Wagen Meisterschaft. Там так же самый звук у них мотора. Там вся изоляция почти что в машине нету, то есть у тебя консервная банка такая, чтобы вес экономить надо, да? Там изоляция никак... Слабо. Налево. Делать тебе подальше в клин. Все, погнал его, наконец. Джасту привет, передай ты ссылку его здесь в чате, оставь, я ее закреплю. Передай привет ему, скажи, закрепили его стрим, а вдруг кто-нибудь у меня зайдет, скажет, пошел я к Джасту. И пускай идет. Нет, конечно, передай его привет. Я потом позже зайду, потому что у меня стрим будет уже недолго. Осталось чуть-чуть. Я скоро уже здесь завязывать буду с этим делом. Мы еще пару гонок проедемся, потому что завтра рано вставать. Германия рано просыпается. Во сколько? Ну, мне надо 4.20 вставать. Ух, ну тогда да. Ну, как бы да. Я сегодня-то встал, блин, в 6 утра, блин, свет не заря. Еще на улице было темно, я уже стоял, кофе варил. В 7 часов я уже на работу ехал. В воскресенье, блин, дожили. Уже 2 воскресенья подряд. Ну я специально нашел на выходные, чтобы среди недели на двух работах не работать, знаешь. Когда на двух среди недели, когда на двух работах работал, это прям. Вот это было жестко. Сделано, да. Я сейчас закреплю эту тему всю. Сейчас на финиш приду. Закрепим эту тему, как бы. И все нормально. В ажуре, как говорится. Последний круг. Так, блин, солнышко вот это светит на асфальте, вот эти вот отражает, и это писец какой-то, просто вот зверек полный. Еще один круг, что ли? Блин. Я уже думал, все, такой обрадовался, финиш такой, знаешь. Ты что, первый идешь? А, красавчик, молодец. На Polestar? Нет, на Ламбе, на Вентадоре. А, вот что, я тебя догнать не могу. Я сменю на я уже вижу тебя. Зеленый? Да, подрезался пару раз. Не, ну блин, бэха она сейчас набирает по прямой, прям шикарно. У меня проблемка иногда в поворотах. Чуть не вписался. Вот, я тебя уже вижу. Вау. Молодец. Она по прямой набирает нормально, но как в поворотах, если чуть-чуть не подрасчитал, тогда тяжело. Хорошо идешь. О, 40 метров с 300, видал? Ну-ка, зеленая ваша там пыль с под колес. Так, здорово. Нормально. Ай, блин, 500 метров, давай. Да ты чё, серьезно, получится еще? Да ладно. Охренеть. Ну. Нормально. Нет, М3 с этим мотором сейчас, это прям... Бам. Да, неожиданно. 91 тысяча, кстати. Это очень хорошо. Давай, если не против, повторим эту гонку. Да? Ну здесь смотри, стоит 387 пунктов, а 380 тебе нужно как бы для этой гонки, да? То есть... А у меня 390 было. Так, сейчас я сменю. Фига себе, у тебя мощнее, по идее, машина, чем моя, и все равно, да? Видишь? Я потому что поврезался несколько раз. Мотор очень, как бы сказать, дается себе знать, да? Когда у меня мотор, допустим, оригинальный, там у него шестицилиндровый, там V8, а сейчас вот я поставил, не знаю, V10 или 12 последние. Тогда чувствуется разница. С оригинальным мотором, конечно, я бы тебя бы не догнал бы никогда. Потому что Авентадор, по идее, по прямой, она. Авентадор-то она вообще уходит, как бы как стрела, да? А это получается здесь, я в повороте, если накосячу, отстаешь.
Но по ровной она прям вытягивает. Вау. Это еще не весь тюнинг, как бы. У меня еще можно же тюнинг поставить, да? У меня же не все открыто. Да у меня тоже не все открыто еще. Для... Ультра плюс. Короче, готов? А, уже все активировался. Я послал приглашение. Что-то я не знаю, я не видел. Вот. Стоит должно актив. Быть. У меня ничего нету сейчас. Ну-ка, пришли еще раз. Сейчас меню. Так. Послал. Вот, теперь есть. Да, лучик света. Видишь, у нас... Двое, было три. Да, у нас, видишь, получается, сама игрушка вот эта, она тебе неплохо дает копейку, да? Плюс первое, второе, третье место, у тебя там 40% бонус наверх. Соответственно, у нас, мы сейчас первое, второе место заняли и получили денег за эту игру, как будто три раза эту и проехали, да? Одно и то же уровень. Да. Там что-то стояло 58 тысяч, что ли, а получили по 90, да? Ну, то считай. А, Джаст опять с Леной, у них коопчик, да? Отлично, все, сделаем. Я потом сделаю репост на этом канале, потому что у меня, я с этого канала на Джаста тоже подписан. И, соответственно, я ему потом в сообщество скину ссылки на оба канала вообще без проблем. Сам знаешь, у меня сообщество сделано для сообщества. Так, ну что, давай. Ты уже первый? Нет, еще пока, ты четвертый. Блин, ну я на это научусь еще. Подожди, еще пару тюнинговых запчастей купить. Это М3 будет рвать. Вау. Ха-ха, нифига себе. Не, ну чересчур прям. Че, я за 10% игры уже все догнал, до второго догнался. Не, надо тебе машину. Бери М3, у тебя же такая есть. Ну, мне надо за тюнинг, да, есть, конечно. На тебе. Я думал, у меня Ford GT, блин, быстро. Чекан, я сейчас почитаю чат, я сейчас пока... Блин. Блин, мне бы второго обогнал. Сейчас я самое... Я вижу, что не написал, сообщение пришло, я... Блин. Налево. Пошел. На канале Драйвер сейчас будет такая маленькая реклама для канала Драйвер. Каждый второй день будет новый видос выходить. Через день, короче, видосы будут новые выходить. Так что наблюдаем за обновлениями на канале Драйвер. Сегодня вышло закрытие сезона у байкеров, блин. Так, новый контент. Вот видишь, я сам один раз профукал, врезался. Вот тебе, пожалуйста, с этого стрима шортс можешь потом настряпать, я тебе дам. Ай-яй-яй-яй! Забор. Фу, хорошо забор крепкий, вообще бы в воду влетел. Но с последнего стрима, где мы втроем играли, там тоже были прикольные моменты, надо будет... Завтра посмотреть или сегодня еще вечером какие-нибудь шортики прям бам-бам-бам. Мне тоже один-два. Бам! Да ах ты, блин! Че толкаешься? Специально. Не, ну у него спойлер, конечно, прям такой, знаешь, как такое чувство, что с Ниссана где-то скрутил. А, ну на разгон оно у тебя хорошо идет. Тут слов нет, конечно. Да, у него реактивный разгон. Турбонаду, ну 60 метров. Скорости не хватает, не поставить как на ламбу. А, ну чисто разгон хороший, а сама скорость конечная меньше, да? Угу. Нет, по идее, ну ламба быстрее, там ламба 370. Ламба на 300. 370. Она уже стоки 340 летит-то по идее. Ну, да. А если ты тюнинг что-то менял, то по-любому. Ух, нифига я прошел, как красивый поворот, даже забор не снес. Даже такое бывает. Обалдеть. 100 метров. Давай. Газ. Ай-яй-яй. Вот это... Писец полный. Вот это я сейчас... Машину поворачивает хорошо. Прям отпускаю. Блин. Газ, жму. Вот это была авария сейчас. А я врезался так, что машину подкинуло. Сам виноват. Ну, не каждый раз. Да, нет, я... Кое-что хотел в поворот, зацепил забор, что ли. Опа. Ну не страшно, если даже я третий приеду, мне все равно денег дадут на колеса на новое. Не горюй. Уи!
Не, разгоняется, море. Ну, еще может реально до 4-3 места доберусь. Давай. В 4-м я уже еду. Еще 9%. Ах, блин. 4. Раз, два, три. Ну ты уже на финише, конечно, у тебя 4. У меня-то еще не 4. 1. Не, 500 метров, я не успею. Я сильно притормозил в повороте. Сам виноват. Ладно, 4 место. Ну-ка, что мне сейчас дадут? 58. Тебе, Джаста, привет. Так, я твой закину по чатикам, пускай. Спасибо большое. Как тебе меч? А, как у тебя меч? Нашел, куда поставить? Я? Да, нашел. Меч. Мне тоже пишите. Прикольный подарок, слушай, ё-моё. Отвечать через Олега надо. Да, я сама. Так, нормально. Какой меч? Я подарил это из Блича. Ну то, что сестре подарил. Ага. Так, ну чё, эту же гонку или другое что-то? Да не, давай сменим. Чё это? Ну давай. В ночь? Я не знаю, правда, куда. Ночь? Не, ладно. Ой, как, слушай, куда? Можно и в ночь? Пусть в ночь. Давай один раз ночь попробуем все-таки. Подожди. В гараж. М, нажимаешь на карту, потом нажимаешь N и в ночь переходим. А нет, как говорит это, Миша так не работает. Надо через гараж. Ты моя. Ну что делать? Тебя не будет ночных гонок, так если сделать. И что мне теперь делать? Выйти вообще в лобби или как? Не, в гараж зайди. Подожди. Потом хопа и ночь. Сейчас подожди. Пробуем. Ну скажешь. Уже 10 часов, ё-моё, без 5 минут, 10. Ага, почти 10, да. Время идет. Да, вот сейчас ночь. Ты меня видишь? Не знаю, я выехал из гаража, не вижу никого. А вы за какого гаража? Вопрос, да? А только из одного можешь выехать. Блин, назад максимум на 70 едет. Ха, ограничитель назад. Не, ага. Почему? Я внизу на карте чуть-чуть. Не там, где ты все время. Вон, я нашел, ты сверху стоишь возле гонки. Я-то снизу выехал. В гараже. Я ниже выехал я. Окей. Сейчас, подожди. Я к тебе в тот гараж зайду. Вот так. С. Окей. Так, наверное, Олег, прибавь друзей, наверное, в ДС. Давай, это летучий голландец. А, не, 16. А, это самое, подожди. Вот так, ну-ка скажи что-нибудь, раз, два, тимбр. Раз, два, три. Вот, сейчас тебе прям на 10% добавил даже. Сейчас должно быть лучше. Он говорит, на стриме, наверное, плохо тебе слышно было. Я это сам. А, да? Наверное. Вот, теперь я тебе тоже, ты мне это, не кричи теперь. Так. Не кричи теперь. Да, но я сам добавил. А у меня как на стриме слышно, я не знаю даже. Так, я сейчас тоже не знаю, видишь, я-то не слышу. Мне вроде нормально, мне ну, на моем стриме. А, вот, ну ладно. Главное, чтобы игру было слышно нормально, а то у меня на каком-то стриме там прям... Монтон, здорово! Игру, ну игру вот, я уже слышно. Рядом здесь, да? Видишь меня? Теперь ты оттуда меня должен видеть? Да, вот ты. Здорово. Давай, да. А вот же всех. Гонка, да? Вот, смотри. Старт. Да. Все. Принимай. Принимай. Я-то принял. Чекан, сейчас я нормально? Я пригласил. Кого? Или ты пригласил? Я пригласил, и ты пригласил. Я пригласил, ты пригласил. Че, мне отменять? Подожди, не-не-не, я сейчас добавил, я сейчас нажал С. Окей. Монтон, как делишки? Как делишки, как детишки? Сейчас нормально, Чекан, парень, слышно тебе? Нормально слышно всех? Говорит супер. Отлично. Супер, значит, прям это супер-пупер. Ну все, что-то. А, 17 секунд еще. Это чеканок говорит тогда. Да, да, да. Но я, видишь, я поскольку я себя не слышу на стриме, как у меня нигде не дублируется там звук, я все повырубал. Так, по кайфу такая превьюха будет.
Я не успел. Ага. А, ну, фотку ладно. Сделать? Ну, потом скрин сделаешь со стрима. Я тоже так, наверное, сделаю. Ну, наверное... качество тупое будет. Плюс я с вебкой. Нормально. Ну, ладно. А, ну ты у меня... С моего стрим возьми, у меня нет вебки. Ну, у тебя нет такого этого. Ты не делал фоторежим. Я иногда нажимаю, ладно. F12 нажимаю, у меня фотка раз в Steam уходит, да? А у меня там были еще эти цифры. Давай экспресс. Чё сегодня все полетели? Алло? Need for Speed, да, самый настоящий Need for Speed. Так, если что-то напишите сейчас чуть попозже, я в следующие 2 минуты буду тут занят, за рулем, палим бензин. Ого. Фига себе, тут тайм. Ой! Врезался. Не, но ночью все-таки стрёмно, конечно. Тут. Ночью прям, видишь, засмотрелся. Бам, лоб в лоб. На тебя удар. Нормально едет там на 320, 5, 330. Так, ну-ка, с азотом. 350, 360. Ой, опасно. Фига ты даешь. 65. Вот ты маньяк. Ночью, тормозим. Ночью на такой скорости. Блин, ты в реальной жизни ночью вон 120 уже ничего не видно, уже все. 200, когда едешь, там страшно. А вдруг чего? Ой, полиция здесь. А мы вас давно не видели, соскучились. Знаешь, прям пищу. Ой, 2 недели, да? 2 недели? Ну да, в прошлом-то мы только днем были. А, блин. Тогда точно 2. Все, понял. Да, мы хотели в ночь, но что-то мы. Не, мы зарабатывали, деньги тратили, зарабатывали. Нифига ты его подвинул. Вот такой баг был, у тебя машина. На моем экране твоя машина прыгнула так метров на, блин, 20, наверное. Нормально. Эй! Харе! Это надо на шорт. У меня твой раз. Так, я самое. Если что-то напишите, вдруг много сообщений, там больше 3 слов, я обязательно прочитаю, когда приеду на финиш. Финиш через 11%. А, мне еще надо от полиции уйти будет на финише. Чтобы у меня полиция. Ой, блин, только сказал про полицию, и вот они опять здесь. Как медом намазано, а? Я срезал по травке. Давай, по травке? Надо, короче, надо валить от них. Все, 2 уровень. Стой. Куда ты поехал? Направо? Ну ладно, поехали, я за тобой, давай. Направо. Хотя не, уходи, там же менты, красная. Направо. Перепрыгнул в забор. Давай, прячемся. Налево здесь. Все, спрятался. Можно было до 3 уровня, чтобы детали открыть. Нужно, мы же только начали, подожди. Ладно, сейчас я. Секунду, сейчас идем. Или гонку просто проедем. Нам надо одну гонку пройти где-нибудь, вот. Самую прям такую, прям самую, да? Просто проблема в том, что у тебя менты до этого не поймали. Вот, здесь уже. Фига себе, ты шустрый. Блин, я по этой пахоте еду на М3, как этот. Чувствую себя, блин. Вот, все. Хочу еще одну гоночку, чтобы был уровень. Да-да. Мы сейчас еще одну гонку сделаем. Да. Третья у тебя будет. Впереди, я сразу. Да, я вижу. Все равно. Блин, еще. А там еще копы. Ой, еще направо. Че, куда ехать? Окей. Подожди. С тобой, короче. Да я-то за мной там, видишь, там вон. Я на карту смотрю одним глазом постоянно. Ага, я. За мной едь, а на карту все равно смотри. Во. Вот гонка, да? Да, вот я сюда ехал. Надо просто, чтобы все была. Давай, чтобы больше денег было. Ну какой ты хитрый какой, да? Димоныч, так надо дровишек под ванну, чтобы не остывало. Точнее, не принимаю ванну, малины покушать, говорится. Ёп! Боё. Здесь они не приедут. 3 раза в день проповоскал. У меня есть свой врач. Чё-то медленно летает. А чё такое? О, 40 секунд ещё. Нельзя быстрее как-то это начать? Блин, поехали, короче. Она же все равно начнется, да? Я же стартанул. Давай спрячемся. Ой, здесь, слышь? Я фола хотел делать. Давай, уезжай оттуда, уезжай. Чтоб тебя не поймали, а то потом, если тебя менты увидят, ты гонку не начнешь. У меня есть свой врач. Слушай, ну свой врач это всегда прикольно. Нифига пролетел чувак, да? Феррари, что ли, это было? О, менты едут!
все, пипец. Я за стенкой. Ты-то за стенкой, а я-то все. Ну, он по крайней мере... Нет, я успел уехать. А, хорошо. Началось! Я успел. Они за Феррари пока там смотрели, я видишь как. Фу, блин. Погода вообще год. Да, горло сейчас все, сопли, горло, короче, берегите себя, да. Береги, не береги. Будешь пользоваться общественным транспортом где-нибудь, блин. Один чихнет, 20 человек заболеет. Ой, меня так друг заразил месяц назад. Видишь? А сейчас... неделю не мог от кашля, от соплей, слава богу, ничего такого. Ой, поворот. Поворот. Еще один. А я уже по кустам тоже поехал. По полям, по полям, по полям, по полям. Чуть-чуть хотел срезать. Какой срежу тут, блин? Мне бы главное чекпоинт не пролететь мимо. О, вода, вода. Я же мастер, да-да, я же мастер с чекпоинт проехать мимо. Фига себе. На тебе мне в бок. Почему последний? Что случилось? Да потому что меня развернуло, мне врезались в бок и все, я остановился. А не страшно? Удово. Я за это не переживаю сейчас. Тут бы главное бы сейчас... Что сделать? Мы доедем на финиш, один фиг. Потом нам дадут сейчас третий уровень, но потом надо от полиции уйти, пройти гонку третьего уровня, получить запчасти и идти спать. Во. О, да. Не дам какой план. Согласен, а я немножко помонтирую тогда. Это бы все бы еще за 5 минут сделать, но не получается. Я что-то последний день намонтировался. А тут 3 круга еще. А, красота, смотри. Красота. Но если половину из них полиция остановит, как бы мы по-любому первым приедем. Я еще не третий, как? Полиция ушла, еще не третий уровень. А я тут дерево подстриг, минус забор. Ну, 50% гонки прошли уже. Пролетели. 50. Фига ты ушел. О. Я только ушел от полиции, бомба. И они в следующем повороте опять стоят. Ну, я думаю, по окончанию этой гонки у тебя по-любому третий уровень будет. Илья, а за таблеток. Илья, что за таблетки, что за дела? Ой, хочешь воду не съехал. Вот она, дорога, красава. Оказывается. Нифига ты ушел почти на километр, красава. Ничего себе. Красота, здорово. Красота. Последний круг у меня, кстати. По полям, по полям. Драйвер тут, драйвер там. Фау! Фига себе, через горку когда прыгаешь, минус забор. Опять коп нашел. Да, так вот, все, третий уровень у меня. Я третий, тоже. Что, у нас одинаково, третий дали? Ага, прикол. Держись. В один момент. Теперь, сам знаешь, как Миша учил, прыгай финиш. Куда-нибудь. Прыгаешь через что-нибудь, куда-нибудь. Уходи от них. Уходи, чтобы уровень не за... Ёп! Вот я врезался. Ой, сервер опять закроет, блин. О боже, ладно, мы успеем, там полчаса что его закрыли. Серьезно? А да, чё вроде ты... как полчаса. А что они так делают, зачем? Что случилось? Это очень странно. Чё-то часто начали такие вещи делать. Я старт чё, не уйду что ли? Скажи, я от бабушки ушел, от дедушки ушел. А я в воду. Фу. От и полиция здесь. Уровня, тем более. Ух, меня в дом толкнули. Это было жестко. А я за водой. А, отлично. До свидания. Еще в гараж. Ой. Ты уже ушел? Ушел? Детали нет, что ли? Как нет? Мне надо жить. Так надо гонку пройти третьего уровня сперва для этого. Ой. Я забыл, что здесь. Блин, я ушел, и полиция здесь опять. Нам надо. Ванбаунд, короче, ванбаунд доезжаешь до гаража, и даже если ты от копов не ушел, но они типа тебя не видят. Ты можешь в гараж уйти. Здесь так нельзя. Mm-mm. Ну, типа, если они тебя ищут. Не, если здесь копы увидели, то в гараж уже все. А здесь, блин, тачка. Так я починюсь.
куда теперь ехать? Ё-моё. Куда глаза глядят? Все, я ушел. Просто за мной нет деталей, как вот знаешь, типа мотор. Оно не будет деталей, мы еще гонку третьего уровня не прошли. Ты чего? Забыл, что ли? Эх, ты какой хитрый, а? Слушай, ну ты даешь. Тебе надо на карту выйти. На карту выйти. Или много пива. Ну вот пиво тоже, да, дает это себе знать. Так, подожди. Вот, гонка третьего уровня. Она у нас справа на острове, на востоке. За хорошие бабки. Блин, у меня уже четвертый уровень. Слышь? Давай, нам надо туда ехать. Видишь ее справа? Хотя мне пофигу, если я доеду туда, мне тебе надо только пригласить. Да. Ты смотри на карту лучше, где копа будешь помогать. Как Миша делает, а мне как штурман. Мне надо не попасться просто теперь. Подожди, мне бы уйти. Блин, со мной много копов. Ой, нам так сервак заходит, мы не успеем. Да брось. Надо пройти эту гонку. Какой сервак, ты чё? Сейчас мы её пройдём и потом в гараж. Всё, я уже почти доехал. Я сейчас доеду гонки, приглашаю тебя и атака. Но если я уйду от копов. Стой. Я вот это еду. Уйдёшь. Давай, а тебе сейчас нельзя пригласить? По идее не можешь, нет. Вырубаюсь, буду фоном. Раньше так можно было, но сейчас нельзя. Вот вам, блин. Понял, Илюх. Кто? Это как? Че, поймали? Нет, я еду на трамплин, переворачиваюсь. Это в смысле? А, это трамплин какой-то забагованный. Я не знаю. А главный коп в щиток едет, и он его не сбивает, он насквозь пролетает щит. Офигеть. Давай я тебя принял, да? Я тебе гонку послал, ты видишь? Нет, я не могу принять. Блин. За мной копы. Нельзя ничего принять. А теперь еще какие-то деньги, Цюрикорштадт стоит. У меня пятый, прикинь. Что, мне теперь приглашать тебя или нет? Да нет, я уйти. Давай быстрей. Уходи. Потому что я не могу здесь долго стоять. Потеряли как? Как вы могли меня потерять? Все? Нет еще. О боже, о! Я принял. Принял? Прячься. А? Нет, нашли, гады. Да брось ты. 4. Прячься. 2, 1. Один сработает? А-а. Ни хрена не сработало. Нет. Ты выскочил. Жалко. Эвент. Сбросился, деньги назад вернулись, стоит. Первый раз такой вижу. Сейчас можешь? Да? Или опять полиция с тобой едет? Нет, полиция. Да господи, что такое? Я просто завернул, а они это самое. Давай одну гонку сделаем и все, и получим, блин, запчасти спать. Ой, тачка сломается сейчас. Сейчас тут это починка есть. Уже 1.5 часа стрим, что найдет, офигеть. Ух, починился. Отлично, я спокоен. Ой, шипы здесь не наехать бы. А, да, шипы без копов, ладно. Помогает, конечно, очень сильно. Блин, сейчас у меня копы найдут с тобой. Так, приглашай. Меня не видит пока что. Давай. Так, я спрячусь в водичке. Видишь? Отпляжу. Давай, 4, 3. Да. Быстрее. Спокойно, сейчас будет. Есть. Е. Ох, блин. Отменить. Блин, клип прям сейчас могу создать. Чё? Новые горизонты. Да. Новый горизонт. Чё тут вся? А, мне сказать. Гонка новые горизонты, да? Да-да. У нас стоит новые. Новые горизонты. Так, нам надо в первую пятерку здесь приехать. По-любому. Как говорил Миша. Ну, он-то в курсе, если столько раз проходить игру. Так, я в 30, хорошо.
Мы сейчас ее проходим, гараж, быстренько. Ага. Тогда тебе дадут, думаю, запчасти. Ну, главное, чтобы пожирнее дали. Пожирнее надо было 5-й уровень. У меня 5-й сейчас. Ну, гонку 5-го уровня. Да. Я же приглашал. Вот если бы ты его начал гонку 5-го уровня, тогда бы получили мы оба. А я там начал гонку. Ну тут сервер может докрыться, так что давай уже что-то. Как есть. Как есть, да. Даже если наклейку дадите мне на лобовое стекло, я буду рад. Ты куда? Жесть. Ну да, взял, прям поехал. Я когда на карте рядом полицию вижу, думаю, блин, вот же они, вот же они. Ой, что мне понесло, блин. Подрифтил. На, блин. Вот это удар был. Блин, вот это, вот это удар был, змейка дорога. Блин, а четвертый, давай быстрее. Ой, вертолет за кем-то гонится. За тобой, что ли? Не за мной, нет. Еще конечно, нет. У тебя же 5-й этот же уровень. Вот теперь за мной. За тобой. Блин. Пускай они там эти полиции всех других тормозят. Мы при чем? Мне бы сейчас гонку завершить. Да, теперь, блин, перед нами 3 чувака свалили. У них, походу, уровня еще нету, да? Нет! Завершишь, давай, держись. Блин, если они тебя поймают, весь эти, все бабки что-то заработал, уйдут, ты понимаешь? Тебе надо, чтобы они тебя не поймали. Ну да. У меня только один раз, мне кажется, получилось за все время, за 40 часов игры. Ничего себе. Я уже наиграл там 40 или 30, короче, до хрена уже, мне кажется. Хотя... Блин, я вот с Мишей тогда стримил, тебя не было. По 200 часов играет. И меня прям, мы не могли ни одну гонку пройти. То я чекпоинт пропускал, то меня копы ловили, то я тачку разрушал. Блин, 2 часа мы сидели с ним, пытались. Ну, в конце концов, получилось, конечно. Это жестко было. А ты в Unbound тоже так можешь онлайн играть? Да, в Unbound тоже можно. Ну, я не пробовал, но по идее, да. Ну, есть там онлайн это. Там есть и какой-то онлайн, прям отдельный режим с другими машинами, другой персонаж. А, это уже не то. Как отдельная игра какая-то. Надо, чтобы всеми же самыми тачками было. Честно все. Но там, типа, в онлайн надо играть, чтобы ты открывал тоже новые машины, тоже нужен. Ну, это как GTA получается. У тебя, когда GTA играешь, типа, наверное, у тебя нормально. Офлайн модус одна игра, онлайн модус все заново. Типа, да, тут... Ой, блин, да, у меня уровень подняли тоже. Все, теперь надо от полиции уходить. Давай. Уходи в гараж. Так, ладно, я хотя бы 5-й. Уходи в гараж. Во, мне дали очень много денег. Я ушел. Я ушел. Ты ушел? А, это репутации. Я нашли. Да брось. Я только что ушел. Вот у меня висит, мотор дадут. Какую-то запчасть. Мне нужно в гараж срочно. Мне нужно в гараж. Так, тормозим под мост. Меня не видели. Ой. Уехал куда-то, зараза. Машина не едет. Я в воду нырнул. Пипец. Капец, вертолет. Пик меня потеряет теперь. О, я по этим, по рельсам. По рельсам прикольно сверху. Тоже как-то там уходил от них. За мной 2 копа. Гараж. Вот это на адреналине рельсы, здесь, когда в гараж идешь. Да. Тут не, когда в гараж идешь, прям на адреналине весь, блин, доехать бы, чтобы тебя не поймали, эти черти. Все, это вообще все. Зашел. Ты куда-то меня тормозишь, слышишь? Обалдеть. Что мне дали? О! Турбина! Фига мы подлетели! Слышь, я турбину получил. Турбина? Ух ты! Ух ты, прям! Дре Кольбен компрессор. Ультиматив. А ультиматив турбо нету. Ультиматив. Но у меня все мощнее, чем мне дают. Мне пофигу. Короче, ладно. Я старался, ну ладно, на сегодня хватит.
Спасибо за компанию. Тебе спасибо. Я удаляюсь. Сам видишь, время, время-то не детское. Был рад. Ну, хоть вдвоем получилось, да. Видишь, неделька такая тяжелая. Если на недельке что-нибудь там будет, надо будет это. Тем более, Амонка обещал, надо будет тоже сделать. Все, конечно, по времени. Все по времени. Но жду. Такс. Так, я спрятался. Все, давай, добивай их, и у тебя все получится. По-любому. Всем, кто находился на трансляции. Не разбить. От души. До скорой встречи. Драйвер. С нами еще был Tia Games. Ссылочка в названии прям видоса должна быть. В описании. В закрепе у нас ссылочка на канал Джаста. Там, я не знаю, у них там кооп, как мне сказали. Там. Так что вперед из песни, да? Все, всем до скорой встречи, продолжение следует. У нас еще будет очень много игр. На этом канале игр будет прям теперь все. Весь игровой контент, драйвер лайф. Все, всем удачи, продолжение следует.